на даче потянула спину и пришла в аптеку за разогревающей мазью. Ассортимент аптеки разнообразный. И согревающие мази, охлаждающие гели, но цены высокие. Ищу препарат на основе змеиного яда. Солбисат, короче, на основе. Цена 200-300 рублей и выше. Пока не стала покупать и зашла по дороге в фикс-прайс. В отделе косметики я нашла гели, мази, которые мне подошли. И цена приемлемая 55 рублей, 79 рублей. О показаниях мазей и гелей при болезни суставов и мышц я вам расскажу, друзья. Эмоциональное состояние. В состав входит камфора, эвкалипт, можжевельник, розмарин, ментол. Ментол обладает легким охлаждающим действием и в комплексе сустамол – прекрасный гель. Тонус мышц и суставов восстанавливается. Два-три раза в день наносим массирующими движениями легкими. Изготовлена в России, Московская область. Девиз фармацевтической компании – качество должно быть доступно. Я думаю, вы согласны с мной. Можно приобрести в фикс-прайсе буквально за приемлемые цены. Следующий препарат – троксирутин. Тонизирующий, охлаждающий. Следующий бальзам-гель – разогревающий, яд гёрзы из горчицы и медом. Прекрасное средство. Сразу же разогревает это место, где вы нанесли. Но работать нужно, наносить в перчатках. Руки, конечно, пощипывает. Или же, знаете, как можно сделать элементарно? Открутить вот эту крышечку, на нее нанести гель. На эту крышечку нанесли. И этим движениями массирующим прямо этой крышечкой на больные места наносить. Прекрасное. Конечно, запах стоит, но такой медицинский, специфический, но здоровье дороже, выше всего. Разогревающий бальзам, яд гюрзы с горчицей и медом. Дорогие мои, вот 50 миллилитров всего в этом тюбике. Но также хочу сказать, все же это российский препарат, доступные цены и эффект 150%. Яд гюрзы. На этих препаратов самое-самое доступное. Троксирутин 55 рублей, тонизирующий, охлаждающий гель, бальзам яд гюрзы, разогревающий с горчицей и медом, тоже 55 рублей. Сустамол 79 рублей при болях в мышцах и суставов. Эти замечательные препараты мы можем купить, друзья, в фикс-прайс.